Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. Стоит ли бояться посылок с Алиэкспресса и как вообще распространяется вирус нового типа? Бобруйск и Ленинградская область намерены выйти на новый уровень сотрудничества, о чем договорились стороны. Вместо карточек и счетных палочек. Покажем, как в 34-й школе обучают с помощью Лего. Желание и труд – их главные инструменты. Расскажем о народных героях, которые делают комфортнее и лучше не только свою, но и жизнь окружающих. Также в итогах недели плюс к прожиточному минимуму, что еще привнес февраль в жизнь белорусов. И теперь 27 государств. Евросоюз попрощался с Великобританией.